Доброе утро, Красноярск. Спасибо, студия. Итак, мы находимся в благотворительном фонде «Счастливые дети», и у нас сегодня не прекращается День искусства. Очередная музыкальная пауза на телеканале Афонтово. На этот раз мы поговорим про благотворительный концерт Василия Уревского, который состоится уже завтра в 18:30 в Доме офицеров. Поподробнее нам расскажет Лидия Сенченко. Лидия, доброе утро. Доброе утро. Да, действительно, завтра состоится благотворительный концерт Василия Уревского. Все пожертвования пойдут в наш фонд. Эти деньги будут направлены на реализацию программы «Дети дома». Эта программа направлена на сопровождение приемных семей. Ведь приемные семьи – это же не волшебники, не спасатели. Это самые обычные люди, которым нужно помогать. Вот. Ну, мне кажется, очень важное, нужное дело. А где можно приобрести билет? Есть ли еще такая возможность красноярцам как-то вот помочь, поучаствовать в этом благом деле? Да, конечно, билеты можно будет приобрести. Там сразу в Доме офицеров будет стоять человек. Если вы еще не успели купить, пожалуйста, приходите. Да. Можно будет какое-то пожертвование, какую-то определенную сумму, да, внести? Да, там будет специальный ящик для пожертвований, и мы туда будем складывать все деньги, да, и проводить вас на этот концерт будем рады. Ну, а для тех, кто не слушал музыку Василия Уревского, к сожалению, сейчас его у нас в гостях нет, но зато есть его последователь Игорь Кожухарев. Игорь, доброе утро. Да, доброе утро. Что-нибудь из своего репертуара сыграет? Да, я долго думал и решил, что да, действительно, я сыграю что-нибудь из своего репертуара, оставлю Василия на завтра. Так сказать, не буду вскрывать карты. Давай. Я начинаю. Музыкальная пауза на телеканале Афонтово. Песня про Таню. Радиоволнами слышишь свою Таню в полдень на часах. Суши оригами не спасут сознание. Твоя красота эфир взорвала. Миллион посланий ей, куча смс-ок с ночи до утра. Таня популярна, тебя это бесит, но больше, чем жизнь, она тебе нужна. Если взял за руку, не отпускай. Если станет плохо, не уходи. Все как есть по жизни воспринимай ради любви. Ну вот как-то так. Что ж, на такой позитивной музыкальной ноте предлагаю закончить наше прямое включение. Всем желаю хорошего трудового дня. Не забываем, что завтра пятница. Передаю слово вам в студию.